Привет, зритель. Я-то внезапно на Вайлдберрис ткнулась, а он у меня в любимых вообще стоит в закладках. Смотрю, это у Акаваши появился отбеливатель. Пятновыводитель, отбеливатель и тому подобное. Он для уборки, для стирки, для чистки. Тут 800 грамм. Он вот такой небольшой, на руке помещается. Я сейчас хочу протестить на одной шмотке его. А еще мне вообще надо позарез одну кастрюлю отмыть. Я чем только не пыталась. И хотела уже какой-нибудь такой, но думала, вот купишь что-нибудь, а он не подойдет. А у этого я уже и порошок протестила. И он нам всем нравится. И таблетки у меня сестре понравились. Бери, и будет чисто. Вот взяла, точнее купила. Артикул оставлю в инфобоксе. И будет мне чисто. Вот моя многострадальная скатерюха. Я положила сюда 3 столовых ложки. И сейчас горячей водой залью. Заодно потом хочу ванну отмыть им. Есть тут у меня пара кастрюлек. Одна вот мясо я в ней варила, а другая, ну вот просто такая слегка не очень чистая. И я сейчас хочу с помощью этого средства от Акаваш их почистить. Специально чайник грею, чтобы горячей водой сразу варить. А здесь он у меня вообще варенье прижарилось. Но она сама вон такая, видите? Не сказать, что белая. Я вот уже добавила это все. Здесь 1,5, здесь около 3, и здесь тоже 3 ложки столовых. Ну вот у меня еще посуда как раз моется. Я верх раковины отмыла, стенки с помощью порошка тоже отмыла. Не знаю, тут хватит воды-то. Ну и 15 минут надо подождать. Вообще тут от 10 минут написано, я сказала 15 минут. Ну что, зритель, ты вот уже видишь, да, она прям сверкает. У меня не получалось отмыть настолько, что вот прям блестело никаким средством. А вот им, вот этим вот, получилось. Это вот моя раковина. Помнишь, чайник в кадре был? И чайник отмылся. И кастрюлька. И даже вон, значит, у меня, ну, короче, как... Вот здесь у меня в первые дни сразу что-то такое темное пошло, ржавое даже. Я боялась, что вот только купила она того. И вот кастрюлька тоже. У меня там достиривается сейчас. И белье, и так, ну и глянем, что вышло. Большая часть пятен отошла. Вот те, кто помнит мои завтраки с Бионова с этой скатертью, могут сказать, что да, вот как бы. Вы должны, точнее, помнить эти пятна. Я потом ее все-таки замочу на ночь. Ну уж не сегодня, пусть она высохнет уж. Замочу ее на ночь в этом пятновыводителе от Акаваш. Ну и посмотрю. Но я думаю, что дойдут, потому что основные вот эти пятна непонятные, масляные или что там такое было, они исчезли. Какие-то большие были, они стали поменьше. Вот. Вот это вот пятно, ну, вот таких было довольно много, я помню. Вот, хорошая штука. Привет, заказала очередные таблетки Акаваш уже для своей тети. Она починила себе посудомоечную машину, и я решила сделать ей приятное. Эти таблетки отличаются от предыдущих. У них водорастворимая оболочка, и я вот хочу посмотреть, как она растворится. Покупала также на Вайлдберрис. Ингредиенты из Германии, но все это делается в России.
целых 2 килограмма и 100 таблеток. И снова сиреневая коробочка. Они мне очень нравятся, такие сиреневые коробочки. Вот, а в этот раз такие вот таблеточки. Похоже, как капсулы, которыми стираю иногда. Подобная упаковка. Я даже хочу эксперименты ради одну капсулу растворить в воде. Без посудомоечной машины. Посмотреть, что будет. Таблетку можно, если что, разломать. Располовинить и использовать половинку.